Сейчас, прежде чем расскажу, как сделать салат, вкусный салат по рецепту одному, который снаперелился шеф-повар с мишленовского ресторана. Так, давайте сейчас... Ну, сейчас нарезаем картошку. При этом, вообще, он говорит, что в мишленах обычно, ну, не стараются, где когда делают. У них куски все довольно-таки разные. Там самое главное количество. То есть нужно делать мало, но вкусно. Поэтому просто сначала нарезаем картошку. И все вот так вот складываем в миску. Теперь вот берем лук круглый. Что есть вот зеленый лук, видите, сверху из него торчит, а есть круглый. Нам нужен низ, корешок. И нарезаем корешок лука. И также все туда сыпем в картошку. Сейчас берем ветчину. Пойдет любая ветчина, но надо ветчину нормально, чтобы она с мясом была, а не просто никакая. Еще мы ее разрезаем напополам. Думаю, нам хватит, на этот салат, наверное, половинки хватит, чтобы потом одну ветчину не есть, потому что это не очень вкусно. И также его разрезаем. Главное, мясинистую ветчину берите, а не просто абы какую. Потому что есть, которые есть... Ну, свиную, да, не куриную. Куриную не надо. Вообще, куриная колбаса, ну, она не очень вкусная. Ну, может быть, на любителя даже вообще что-то из курицы. Но колбаса куриная, не знаю, я вообще не переношу никак. И добавляем туда в нашу миску. Покрываем кукурузу. Ну вот, вот желательно открывать так, как я, потому что кто, если ножом открываете консервную банку, если вы урежете, вы все железо вот это туда прям... Ну, еду отправляете, а потом это все едите. Я бы не рекомендовал так. И добавить сюда. Сейчас добавляем майонез. Ну, не пробовал еще майонез Магнит. Впервые купил. Ну, вот этот, который в ленте подается, майонез, он мне нравится. Пятерочки не очень, вот такой из дешевых, в ленте вообще шикарный. А этот я не знаю. Ну, вроде бы нормальный такой консистенции. Ну, немного жидковатый. Чуть-чуть. Ну, вроде нормально. А сейчас я попробую, его не пробовал. Блин. Чуть-чуть, если хочет. Немного кисловат. Ну, чувствуется, что майонез... Но в ленте вкуснее все равно. Лента самый топ дешевый майонез. Сейчас давайте еще майонез.
Теперь надо все лучше перемешать. Ну, в Ринте реально топовый майонез. Теперь все перемешиваем. Если у вас еще есть зелень, добавляйте зелень для красоты. Потому что зеленушки в основном добавляют, чтобы красиво было. Никакой горошек сюда не надо, потому что горох добавляется обычно в картошку. Ой, в рис. Что я несу? Все готово. Подписка, палец вверх. Пока.